Привет, друзья. Во-первых, ключ. Меня спрашивают, кто это придумал. Это космонавты придумали, когда я готовил в Звездном городке модель работы с невесомостью в 81 году. Когда у них руки стали расходиться, потом мне рассказывали, у кого-то зуб перестал болеть, у кого-то какая-то напряженность ушла, у кого-то усталость ушла. Они говорят, это же ключ. Да, ну так оно и осталось. Ключ. Вот я что хочу вам сказать. Сегодня этот ключ необходим каждому человеку, и детям, и взрослым. Нужна антистрессовая подготовка. Мне все пишут, там в Ютубе пишут, в WhatsApp пишут. Подписывайтесь на WhatsApp, подписывайтесь на Ютуб, в Одноклассники подписывайтесь, и в Телеграм, конечно, подписывайтесь. И под роликом смотрите в описании, пожалуйста. Так вот, антистрессовая подготовка, она настроена на то, чтобы человек научился выходить на нулевое состояние. Вот на Кавказе, например, я же из Дагестана, из многонациональной республики, кузницы межнациональных отношений. Так вот, кавказские долгожители – это люди, которые время от времени вот такие мудрые, они в каком-то таком состоянии какой-то глубинной безмятежности, отрешенности, эмоциональной дистанцированности, они находятся. Так это та же самая нирвана, если это сделать осознанно, о чем говорил Будда. Там нету страдания, там нету вот этих переживаний, там нету страхов, там нету комплексов, там эго нету. Там есть такая пустота, безмятежность, и я вычислил это, и я могу вам помочь научиться быстро попадать в это состояние нулевое. Поэтому антистрессовая подготовка, ключ, основана на сознательном, осознанном использовании нулевого состояния. Там вы можете черпать энергию для вдохновения, и там же автоматически одновременно повышается стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость психологическая, и иммунитет повышается. Вот это удивительная вещь. Поэтому вот эта нирвана, так называемая, поразительная вещь. Она тысячи лет существует, но нет технологии, кроме как в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus, быстро выходить на это нулевое состояние. Я его так называю. Нулевое состояние – это как коробки передач автомобиля, нулевое положение для перехода из одного состояния в другое. Вот вы из стресса сможете быстро переходить в нулевое состояние, а из нулевого состояния переводить энергию напряжения, энергию стресса, который был, энергию страха, паники, вот эту высочайшую энергию переводить как стресс-трамплин для решения ваших проблем, которые раньше у вас не решались. Таким образом, антистрессовая подготовка ключ – это и выход из стресса, из паники, из даже беспричинных беспокойств на это нулевое состояние, восстановление там энергии, обеспечение долгожительства, да, и повышение иммунитета вместе с получением вдохновения для решения вопросов, которые раньше у вас не решались. Это очень важно сегодня и детям, и взрослым, потому что там это делается за минуты. Такого в мире нету, в интернете, ни в книгах, ни у кого такого раньше не было. Это только в школе «Человек будущего» Homo Futurus. Поэтому подписывайтесь на все наши каналы, смотрите в описании под роликом обязательно. Потому что я обучал незрячих, я обучал детей и взрослых после терактов и в Беслане, и в Каспийске, и в Кизляре, и в Волгодонске, и так далее, которые не слышат психологов. Они в шоковом состоянии были. Я обучал международные команды и футболистов, и готовил Олимпийские игры в Китае. Так что я занимался со многими людьми, и я сам междисциплинарник, я врач и психолог, и художник, и писатель, и много чего. И вот именно я потратил всю свою жизнь, и вместе со мной школа потратила свое время и свой энтузиазм и энергию, чтобы помочь людям. И мой сын Ален Алиев, психолог, и моя дочка Шейла Алиева, психолог, которые всю жизнь занимались методом ключом. Это столько сил и времени потрачено для того, чтобы вам дать на этом вебинаре антистрессовая подготовка ключ.
чтобы вы могли и восстанавливать силы, и повышать иммунитет, и быстро входить в это нулевое состояние, оттуда мечтая о желаемых переменах в себе и в будущем, в поток и решать нерешаемые ранее задачи. До встречи, друзья!